Бери, бери, бери. Друзья, всем привет. Забрал. Думает, что я у него заберу. Назад. Друзья, все, сегодня вы видите погодка. Солнышко светит. Все полностью обварил. И вчера Катя мне говорит, смотри, продают шифер. Он как бы новый, но давно лежит. Ну, как бы не использованный, новье, можно сказать. И его, ну, как бы он, она говорит, я несколько дней его назад видела. Может, его никто не покупал, потому что только 3 штуки. Ну, и цена, друзья, очень хорошая. Я съездил, сегодня забрал уже. Короче, я ей всегда говорю, Катя, если что, говорю, ты смотри, что там будет такое. Стройматериалы по дешевке, мне сразу свести, я буду, как бы, заберем, если что. Ну, понятно, что если куда-то далеко бы ехать, это в нашем поселке продавали. Я съездил, забрал. Ну, я куда-то применю их по-любому, друзья, они пригодятся. Так, о, гляньте, гляньте. И белый раскрывается. Видите, и белый раскрывается уже. Вот тут тоже иногда раскрывается. Это я просто заметил, показал. Ух, гляньте какой. Ух. Кстати, друзья, гляньте, это, видать, то, что цемент либо долго лежал, либо, ну, негодный. Хотя я ним заливал. Только что я не помню, что я с него делал. А, все, я вспомнил. Хотя я тоже не знаю, что там оно. Надо будет сходить посмотреть. Это я с этого цемента заливал вот те столбы. Точно. Может, они там тоже не держатся. Но забор вроде пока стоит. Потому что, друзья, вот гляньте. Дожди шли. Его даже, ну, он четко вообще все, как камень стал. А этот до сих пор, ну, он то твердый стал, ну, видите, рассыпается. Вот. Это я, называется, сэкономил 50 гривен за этого цемента. И вот, гляньте, прямо как камень, ну, видно по нему. И хотя здесь сыпал 4 ведра шлака, я ошибся, а сюда 5 сыпал. Хотя и тот 500-й. Ну, друзья, уже, как бы, знаете, после боя кулаками не машет. Так, у них тут, конечно, тоже грязновато. Ну, друзья, дожди идут, ничего не поделаешь. Сегодня, хотя сегодня ветерок просохнет. А, гляньте, гляньте, он так еще... Эми, арбузов, да и кукурузки кидаю. Корм у них там висит, водичка. Ну... Сегодня еще жменьку им травы нарвал. Они бегом все склевали. Гляньте, что творит. Индюшки, что вы хотите? Гляньте, гляньте, что. Сейчас еще побежит драться до меня. Или нет? Гляньте, какой красивый. Гляньте, что творит. Чих! Защищает. Молодец. Молодец. Уже им надо будет думать гнезда. Ну, друзья, кстати, я еще хотел вам рассказать. Вот это вот пару дней позанимался. Я же тогда, когда первый день заливал и надробил пару бочек. И сейчас уже смотрю, что скоро надо будет опять дробить. Ну, оно-то еще хватит, но сегодня надо кукурузы начистить. То есть постоянно что-то надо делать. Вот, сегодня надо мешков 10, ну не 10, ну я имею в виду кочанов. Получится мешков 5 зерна нужно будет начистить. Так что вот так вот и получается. Что-то одно сделал, класс, надо там. Потом клац там надо. Постоянно что-то надо тут делать. Ну, друзья, самое главное, нам нравится. И мы занимаемся. Вот, купил лопату я. Ее проточил. Получается со шпалы. Штыковая лопата. Вот, рельс. Рельс-сталь. Рельс-сталь или как оно там написано.
Надо будет новую палку сделать, потому что у меня такие штыковые лопаты нету. Одна была и поломалась. Не хочет с рук брать, гляньте. Все, там взяла. Вот она, мы с Катей посчитали. И так между собой разговаривали. И она мне говорит: вы, наверное, гороскопами точно не подходите друг к другу. Потому что Катя, она вообще относится нормально. Катя заходит, ее заваливает. А я только захожу, все, она как с цепи сорвалась, гляньте. А ну, фия. Все. Будешь ложиться, а ну, ляжешь ты. А ну, давай. Вот так, давай, ложись. Гляньте, сейчас еще, может, завалю кабанчика. А ну, давай, вот так. Ох, завалил. Ой, гляньте, завалил кабанчика. Ну все, не бойся. Не бойся. Давай, живот, давай. Вот так, гляньте. Все, завалил. Кстати, друзья, гляньте, как у перепелов все желтое. Да. Вот такая фия. Вот так, да, подправь. Вы видите, когда Кати нету, она меня признает. Катя скажет: вот это да. Вот такая фия. Вот такая. Свинья. Розовая свинья. Вот она лежит. Кстати, друзья, хочу сказать по поводу... Вот говорят, муха, она лежит. Вот здесь ее место, вон я ей опилок насыпал. Она всегда, как бы, когда я здесь, она то ли что-то от меня хочет постоянно, чтобы ей что-то кинул, или что-то шумит, она боится. Но она не постоянно, как бы, это я просто так говорю, что я видел, когда она лежит. Она спит. Но... много кто написал, вот она не ложится из-за того, что холодный типа пол. Друзья, я же еще раз хочу сказать, здесь в сарае тепло. Там, где мы их брали, муху и фиону, они, вспомните, я говорил, они вообще на улице живут. У них просто там навес. То есть там и поросята, и свиньи постоянно живут на улице. Летом, зимой. Понимаете? Здесь у нас в сарае тепло, поэтому мы вообще не переживаем. То есть это нормально, что свинья ложится на пол, если в сарае тепло. Понятно, если бы у нас в сарае холодно было, конечно, лучше тогда деревянные полы им бы сделать. Ну или хотя бы какие-то места для лежания из досок. Ну а сейчас здесь незачем это все делать, друзья. Потому что, это свинья, у нее как бы, для нее это нормальные условия, даже хорошие. Почему я же у нас, вот один загончик был, потом я еще один сделал такой же. И если буду там делать еще, там, допустим, там я хочу все сделать, тоже забетонировать. Оно еще не разгорелось, он дымок сюда. Ветер на улице такой, оп, вы видели? Я трубу прочистил. Ну, оно будет все нормально. Я так кочанами топлю пока. Ну, сейчас кочанами предостаточно, друзья. В сарае тепло, хорошо. А, еще плюс. Сегодня поставил и сюда уже два окна. Ну, буду запенивать там что-то. Пройдусь. И сюда уже поставил тоже два окна, друзья. Вот они.
Ну, получается, везде по два окна хочу поставить. Ну, как у меня и было. Так что, чтобы они не мерзли. Так что по поводу бетонного пола здесь вообще можно не переживать. Да? Свиньи, поросята. Пумба. Ну, покушал. Катя, видать, нашла к нему подход меньше. Ну, друзья, ну, знаете, свиньи еще тоже под настроение. Бывает, сегодня-завтра хорошо покушал, а послезавтра, ну, что-то у него... Встал, например, не с той ноги, и уже меньше, и бывает не заедает, и приходится вычищать. Ну, а теперь, видите, сказала мне... Она сейчас сыпет свиньям, говорит, чтобы к свиньям не давал ничего. Ну, имеется в виду дробленку. Так-то я им гарбузы только что давал. Кашники, вон, Катька сидит, ждет. Друзья, Катьку, получается, мы еще ждем. Еще не 100%, что она покрыта. Там я не помню, какого числа. Но я точно знаю, с 6-го. По 16-е вроде что-то такое. Или по 14-е. Ну, короче, еще ждем. Потому что вот прошлый раз она 24-го опять пришла в охоту. Поэтому, как бы... Что вы хотите? Гляньте. Орут. Я же вам только что дал. Что вы хотите от меня? Вы. На, кукурузку вам чуть-чуть. Вылезали все, вы видите? Я им чисто кукурузки дал. Ну, жуют. Молодцы. Да, гляньте, жуют. Анаболики. Вы, ребята. Вот здесь тоже, видите, хоть здесь и деревянный пол. Я пилочками подсыпал. Оно, во-первых, и чистенько. И все равно, как бы, оно... Не такое твердое, как доски. Оно мягенькое. Как бы все равно им удобнее лежать. Так что... О, вы слышали? Вон он. Что такое, Катька? Что ты облизываешься? Ждет. О, сейчас будет кукарекать. Видите, что творит? Я еще так близко прям не видел. Это вместе с вами первый раз я увидел. Опа. Выходи уже, давай кукарекай. Им тоже кусочек кинул. Опа. Ох и громкий. Такой мелкий, а громкий такой. Так, анаболики, что вы хотите? Хватит вам. Что вы хотите? Гляньте, какие. Что вы хотите? А? Одна пятнашка. Кукуруза, она молодец. Все ест. Хватит. Хватит! Опа. Все, друзья, пришлось дать им. О, гляньте. Оп. Козы не поймут, что это за звери такие вышли опять. Ему надо обрезать. Все, друзья, постриги ему. Он сильно пухнастый. И получается, тяжело, оно прилипает по пуху. Потому он в два раза получается пухнастее, чем вот этот.
Гляньте, гляньте. Оп, оп. Смотрит туда. Угу. Опа. Гляньте, гляньте, гляньте. Смотрит, что там за звери такие непонятные. Ну так, друзья, часто выпускаю. О, гляньте, гляньте. И Жасминка так на них смотрит. Катька, сейчас дам. Сейчас дам. Вон немножечко им тоже осталось. Попозже им дам. Они не такие требовательные, как эти архаты. Все! Вы что? Уже поели, гляньте. Ну, хотя я им чуть-чуть дал. Опа, друзья. У Цезаря тут, гляньте, сколько дружбанов. Они, я сегодня чистил. Смотрю, он лежит. И тут возле него его дружбаны. И они сидят друг возле друга. Так, друзья. Ну, до курей я не знаю. Там у них, конечно, дождь, болото очень сильное. Да, да, сюда даже я и не зайду. Так, ну, сейчас петухов на днях, может, тоже несколько штук уберем. Да, Цезарь. А я, кстати, недавно смотрю, думаю, да что у него так туго, думаю. Сделал ему на один отсек больше. И буквально через пару часов прихожу, он здесь гуляет. Хорошо, дождь шел. И дверь, когда дождь идет, дверь мы прикрываем. Если бы вышел, персик бы весь, наверное, съел бы. Да? А ну, давайте ему листочек дадим от персика. А, на! На! Будешь такой? Ну, да, гляньте. Все, молодец, молодец. Тебе буду. Все листики тебе скормлю. А ну-ка еще давайте сейчас сорвем. Они уже все равно. Да, он легко опадают. На, облизывайся, на. Надо и девкам нарвать. О, гляньте. Как нравится ему. На. Дошло тебе наконец-то, что зеленое вкусное. Цезарь. Да, да. Так, а ну-ка давайте еще девкам дадим. О, все равно оно уже слетит листья. Да. О, на тебе проходной билетик один, на. Вот, на еще, ладно, два, три билетика на проходных. Так, надо будет сейчас все, наверное, посрываю и им отдам. На. На, Жасминка, листики. Катька, и тебе на. Вот так. На. Жасминка, ты тоже не наглей. Дай Катьке хоть чуть-чуть. На, Катька. Опа, листик. О, а ну сейчас чистенько. Сейчас должны съесть. На. Да, съела. Съела. Сейчас нарву. А эти, наверное, пускай здесь походят. Погуляют. Я думаю, ничего с ними тут не случится. Ну, я здесь же еще нахожусь. На. Все, порвал все. И Цезарю дал. Давай. О, отрывай. Гляньте, брезгует. Брезгует после Жасминки. На, с этой стороны. На. Гляньте, с этой стороны, где Жасминка откусила, Катька брезгует. А не, пошла. Все. Все. Оп-оп-оп. Чик-чик-чик.
Челенчи что творят? Чудика этого белого, видите, глаза открытые. Я побежал. Угу. Ну, загонять самое сложное этого кипиша. Гляньте, гляньте. Ходит так интересно. Аня, давайте вместе с вами загоним, посмотрим. Они погуляли. Потому что подолгу тоже потом, чтобы они приучались. Видите, вот его очень сложно загнать. Он не поймет, куда идти. Иди. Вон, иди до своих. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Все, заходим, заходим, заходим. Ага. Оп. Давай. Давай, давай, давай. Давай, бинтамочка, заходи. Подожди, подожди. Вот так. Давай, чудик. Вот так. Подожди. Давай, давай, давай. Вот так. О. Все. Эй, песок у них там. Подожди, хватит гулять. Позже выпущу еще. Хочет гулять. Ну, их без присмотра, конечно, еще пока страшновато оставать. Оставлять, чтобы они сами гуляли. Но я думаю, в дальнейшем они со всеми подружатся, с козочками. И, я думаю, будет все нормально. Так, а пока еще солнце светит. О, кстати, видите, солнце вот сюда светит. Оно сейчас еще, когда было выше, оно им светило. Ну, здесь видите, как светло. Плюс лампочка светит. Ну, отлично. Друзья, это я показал, специально дождался, не заходил в сарай, чтобы показать, как муха отдыхает. Видите, там, где я и говорил. Так что все нормально. И вот эти. Видите, как лежат? Ой, артисты. Гляньте, что творят. А маркиз здесь. Так что не переживайте, она лежит. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.